Всем доброе утро. Ой, лежит. Лежит. Хорошо в темнотике. У нас время 9:30. И если вы видите, на градуснике уже плюс 40. Вот так вот. А я иду на пирс, потому что это, по-моему, единственное место, до которого самое главное нужно доползти. И иду положить полотенце и занять более комфортные места на лежаке. И мы купаемся с пирса. С него прям хорошо сходить в воду и заходить. И вот сидим под зонтиками. Но здесь прям ветерочек. И очень комфортно. Да. Так, а вот теперь я вам хочу показать. Помните, был пожар. Вроде как здесь. Вот они, горы. Все потушено. Вчера было опять возгорание какое-то небольшое, но начали летать самолеты, вертолеты, и все быстро потушили. Но гул от вертолетов еще слышен, значит, где-то еще что-то горит, я так думаю. У нас все тихо. Тут уже купается вода вообще, как парное молоко. Просто красота. И море чистейшее. Потому что здесь галька, здесь дно, конечно, тяжелое. Заходить здесь в воду, если с берега, то тяжеловато. Рыбки плавают. Но зато море очень чистое. Ой, мы на море очень давно не были. Я прям такое несказанное удовольствие получаю. Ну вот, наши лежаки нас ждут. Прекрасное утро. Не правда ли? Я на нее смотрю, она на меня. Красота. Никто не улетает, потому что никто никого не пугает. Красота. Ну вот, выходя с моря, ноги вымыты от песка, и знаменитые кроксы побежали завтракать.